Больше задавать, да, понравилось? Отвечать не так нужно. Да, мне просто интересно как-то думать тем, что сказал человек, и задавать ему еще вопрос. Угу. Мне тоже легче задавать. Как-то я не знаю. Мне тяжелее отвечать, чтобы сопоставить что-то там, сказать правильно. Мне тоже легче вопросы задавать. Ну, в принципе, одинаково. В плане, я хотела сказать, что вы говорите, вам легче спрашивать. Мне кажется, это человек, который умеет слушать, вот ему наоборот это легче спрашивать, потому что ему интересно, что ему рассказывает собеседник. Поэтому у меня 50-50. Мне тоже очень нравится задавать вопросы человеку. Больше о нем узнаешь, и ты делаешь с тобой какие-то выводы. Мне понравилось отвечать в два раза больше, чем задавать вопросы, потому что я как раз слушать не умею вообще. Я выхватываю какую-то последнюю фразу, думаю, о чем там речь вообще шла. Джонни Депп, кто такой Джонни Депп, да, что дальше спросить? Он сериально снимался, и я понимаю, что... И где там сериал, как бы... Ну, что, это не клеится.